Ну, у нас вообще-то защита от яда есть, алло. О, старая ведьма, что-то хочет сказать. Слушай меня, очисти свои мысли. Я не могу дышать, Крея. Пошли к кого-нибудь, пытаюсь остаться в сознании. Приостанови дыхание, позволь остаточному воздуху в легких поддерживать себя. Сила может подпитать тебя, прислушайся к ней, дай ей поддерживать свою жизнь, пока не достигнешь безопасного места. Вся в коже... Ржеволосую барышню здесь не видела? Вся в коже и с претензиями. Ой, пипец. Это опыт. Если только пошло... О, ты чё, дурак, что ли? Сейчас довыпендриваюсь. Да давай, быстрее жри! Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Star Wars Knights of the Old Republic. Фига там внизу. Пространство. Вот, в прошлой серии мы пробежали в этот в доки, да, Мира нас оглушила, вот, и сказала, мол, типа, пойду я сама, вот, дура, блин, мы бы пошли, так всех бы тут раскидали, но нет, блин, надо вот ей самой было, да, поэтому мы побежали, и, в принципе, в этой серии, видимо, будем отбиваться от атак всяких иноземцев, вот, и, на нашем черном ястребе, да, и, в принципе, за Миру проходить, и мне кажется, это вообще полная задница там. Попробуем шестым левелом. Как громко, прям не могу. Попробуем шестым левелом, черт его знает. Может быть и нормально будет. Хотя вряд ли. Попробуем в инвизе пройти. Потому что всех этих же мобиков, которые там будут, да, мы, ну, первые это разы на арене в любом случае придется драться. Вот, а следующее попробуем в инвизе пройти. Не знаю, получится или нет. Посмотрим. А, ты наконец-то прибыл. Пожалуйста, подойди, сними этот громоздкий скафандр. Воздух что-то здесь подходит для людей. Не озадачивайся моим гостеприимством. Я могу тебе заверить, что никто не причинит тебе вреда, пока ты мой гость, и мы друг другу любезны. Муа-муа-муа. Ты? Отличный глаз, Хангар. Неудивительно, что ты до сих пор не помер на лошада. Держи себя в руках, Хангар. Насилие здесь ни к чему. Хангар как будто обгорел, да? Как я понимаю из вашего разговора, это не джедай, которого я пригласил сюда. Мне трудно различать, вы люди для меня все похожи. Наверное, тебя не затруднит объяснить, чем вызван этот визит, и где я могу найти джедая? Ага, ты, можешь быть, объяснишь, чего ты решил ткнуть Гота в спину и забрать джедая себе? Ах, какой яркий пример человеческой чванливости. Тебе известно в значительной степени меньше всего, в противном случае ты бы сюда не пришла. Первое, что происходящее от Джек-Джектария для Гота незримо. Я скрыл это раскрыл это случайно и много раз перепроверял, пока не удостоверился. Второе, я не исполняю приказы Гота, уже нет. Мы с Ханкаром договорились окончательно разобраться с Гота и заполучить изрядную сумму от Воги. Ты в сговоре с Вогой Хатом? Вискис, ты тупее, чем я думала. Гота все равно об этом прознает. Он может, возможно, и такое, но это риск, на который я согласен. Видишь ли, Вога очень устал от того, что Гота грабит его фрахтовика, и из-за этого его слово теряет свой вес на Налхате. В его операциях здесь на Аршада завелась брешь. Нежели просто найти брешь и устранить ее, его злость подвигла его поискать и ликвидировать сам источник раздражения. Несчастью, Гота был осторожен в плане выходов на публику Ханкар. Наемники Воги узнали, что побывал на сборе яхты Гота, когда Гота на голограммах всегда. Но у меня подозрение, что перед джедаем Гота объявится. Когда это случится, тогда я и собрался нанести удар. К несчастью, он явно не объявится перед грошовой охотницей с головами, которой хватило мужества заключить сделку со мной. Блин! Так что попрошу тебя сказать мне, где джедай, я не в настроении. Ну да, правильно, я тебе не скажу, где джедай. Он моя добыча, а значит, он под моей защитой. Как это предсказуемо, очень хорошо. Блин, даже форму голоса не поменять, потому что он быстро говорит. Уведите ее, похоже, что джедай нам сегодня не достанется. А что с нашей сделкой и моей оплатой? Блин, реально обгорел, да? Хакар, успокойся, угомонись, джедай был по дороге на встречу с нами, пока мы его не свели. Раз он джедай, то, наверное, придет за ней из наивного чувства заботы. Если нет, тогда придет на встречу со мной, а мы можем прийти к иному соглашению. Пипец. Так, сейчас, по-моему, разборки будут на черном ястребе.
Там сейчас... Или что-то я путаю. Вроде да. Ну-ка. Или за миру мы. А, мы вообще за джедая. За нас, вернее. Я знаю, что ты меня слышишь. Твое оцепенение вскоре пройдет, но не раньше, чем поговорим. Вот он, гад. Когда я в первый раз услышал о том, что ты на Наршада, я в это совсем не поверил. Я не думал, что кто-нибудь проследит за мной досюда. Но вижу, ты что, недооценивал тебя. Я наблюдал твой путь в секторе беженцев. Я увидел твои дела, на которые не решился сам. Да я там не был еще. Даже в изгнании ты большой джедай, чем больше джедай, чем я. Если что, знаю, по твоим действиям ты убедил меня, что нельзя больше оставаться наблюдателем, пока биржа берет сектор в клещи. По делам в секторе беженцев, нормально все? Я знаю, что вместо тебя на встречу с Вискасом пошла молодая женщина, но я намерен спасти ее. Я вернусь быстро, либо не вернусь вообще. Если ты пришел на эту луну за ответами, либо за местью, тогда последуешь за мной, ибо с моей неудачей ты останешься ни с чем. О! Мы играем, отлично. Это где мы? А мы в секторе беженцев-то так и не были, пипец. А чё делать? А можно все тут взломать у вас? 209 кредитов. Так это оскорбление, честное слово. Пипец. Так, и чё, нам куда идти? А, ну, нам, наверное, в этот, к этому, к гамадрилу к этому. Так, жену мы его так и... так и не нашли ещё. Пипец. Жену мы его так и не нашли пока. Ладно. Так. Блин, вспомни бы где. А, ну вон там. По твоим действиям в секторе этом, блин. Ух, кстати, а мы можем взломать тут? Вот это что такое за склад? А можно как-то на склад попасть вообще? В принципе, интересно. Может как-то дроида взломать? Не браха? Или, наверное, когда с Вогой разберемся с этим, да? Ладно, фиг с ним. Пошли в Джар-Джар-Кар, блин, вот этот. О, кстати, а может быть с ним сейчас потрепаться? Может он что-нибудь расскажет нам? Он не спит ведь уже? Да, у тебя там этот... Оборвали тебя. Мой хозяин сейчас отдыхает. Если твои дела срочные, я разбужу его. Но предупрежу вас, что он может вспылить, если его разбудит ото сна. Так, давай, пожалуйста, разбуди его. Давай, сохранимся. Он нифига не отдыхает. Да, разбуди. Хозяин, это мужчина просит вашей аудиенции. Идиотская девчина. Что может быть так важно, что потребует мой сон? Ты вернулся, но не вижу, чтобы год ошел за тобой на цепи. Это означает, что ты пока не преуспел. Так, я прислал танцевать для тебя. Меня прислали танцевать для тебя? Ты что, дурак? Меня прислали танцевать для тебя. В этом я требую от своих танцовщиц быть в подобающей одежде. Что-то еще было? В противном случае дверь вон там. Так, хотел спросить. Меня прислала танцевать, ты можешь рассказать, я не подчиняюсь, но как рассказать про Гота. Так, что тебе Гота сделал? Не знаю, что удается из этого вынужден перекрыть. Так, Если позвучишься Гота, я просто хочу убедиться, что утился бот топлива. Ну-ка. Ну все, это мы все знали, да, получается. Ладно, мы его пока будить не будем. Пес его знает, может это как-то вообще аукнется нам, не знаю. Но неохота рисковать, поэтому оставим его, пускай он там дрыхнет. Потому что Ноу нам ничего не сказал. По сути, мы про Тополева и так знали, что с Гота разберемся, так и этот. Ладно, побежали тогда. Так, что ты с проблемой Вога, что ты здесь делаешь, что у тебя Гота? Проблема у Воги, проблема в том, у тебя какой интерес? Я тоже пытаюсь найти поставщика. А, ну все, я понял. Блин, я так давно с ними разговаривал, что уже забыл даже, кто это есть. Так, все, поперли тогда. Кантина Джан-Джантар, блин. А как? Мы сейчас тоже в скафандре, что ли, будем? Какая-то странная логика. А, наконец-то подлинный образчик. Я уж думал, ты снова придешь тратить время и средства на очередную ловушку. Но джедай пришел без защитного скафандра. Смело, в самом деле. Мы позволим ядовитым испарениям Джек-Джек-Тара схватить вас, нас для джедая. Для нас, джедая, господи, балуан. Ну, у нас вообще-то защита от яда есть, алё. О.
Старая ведьма что-то хочет сказать. Слушай меня. Очисти свои мысли. Я не могу дышать, Крея. Пошли к кого-нибудь. Пытаюсь остаться в сознании. Приостанови дыхание. Позволь остаточному воздуху в легких поддерживать себя. Сила может подпитать тебя. Прислушайся к ней. Дай ей поддерживать свою жизнь, пока не достигнешь безопасного места. О, нифига. Вы постигли новую способность силы, контроль дыхания. Она защитит вас от любого урона ядом в течение ограниченного периода времени ценой очков силы. Это старинная техника, схожая с исцеляющим трансом. Некоторые джедаи могут задерживать дыхание не на один час, даже не на один день. Фига себе, на день. Джедай силен. Даже воздух этого места не может повергнуть его. Обгоревший, чё? Эти тонкости меня утомляют. Пусть вся клиентура знает, что джедай, настоящий джедай прибыл. И его, если необходимо, напомните им о цене за поимку изгнанника. Ты думаешь, что они смогут остановить джедая? Он пройдет сквозь них как лезвие. Это да, это да. Канкар, не держи меня за дурака. Они не смогут убить изгнанника, только ослабят для поимки. Но смолкни и давай проследим за представлением на мониторах. Вы сможете побороть токсины, которые вдохнули или впитали через кожу, используя контроль дыхания. Используйте это способность силы, чтобы выжить на Джек-Джек-Таре. Да можно и похилиться. Ой, да слушай, мы тут сейчас будем еще драться. А что там у нас? А, вот это, да? Контроль дыхания. Ну, давай. Пацаны, сейчас вообще все разлетитесь. Даже этот? Ой, бедолага. А что, он тоже, что ли, против нас? Это пипец. Подожди, мне охота посмотреть. Он против нас или нет? А, да, реально. Я газил, это псих. Ну ладно. Как скажешь, бро. Так, мандалорский щит, это очень хорошо. Блин, нифига мы тут опыта сейчас наберем. Да, подожди. О, кстати, просто... Ой, давай просто посмотрим, как будут отражаться. Да вы-то куда лезете, болван? Блин, я хотел посмотреть, как отражаются. Давай просто для прикола помашем мечами. Да. Ну вот... Ладно, я понял. Ну и тоже неплохо, кстати говоря. Так, для разнообразия... О, мандалорский щит, вот это прям вообще здорово. О, плазменная граната, нифига. Это очень хорошо. Здравствуйте. Давайте, давайте. Хорош. Есть у тебя что, бот забрать? Вот не бот. Так, с этого норм. Слушайте, как долго этот щит этот висит, нифига. Так, здравствуйте. Оставайтесь на месте. Блин, какая тема? Вот самая имбовая магия. Какая молния, нахрен? Эта штука не только наносит урон, она еще и станет потом. То есть, получается, с хорошим прохождением, представляете? Вот в сумме, да? То есть мы... всех застанили. И что будут творить наши два джедая-стража? Это же просто дичь. Это же просто всем хана сразу. Ой, там еще что-то. За стеной кого-то там валил. Пипец, там еще кого-то завалили за стенкой. Так, я так понял, что у нас тут ничего не будет, да? Так, ладно, этих завалили. Ну все, здесь получается все, окей. Так, а у нас слева еще что-то было. Безвлажная комната. Го, зайдем туда. Наверное, там тоже опыт. Что там? Мимо, что ли, проходить? Все, кто хочет, пожалуйста, выходите. О, го, соберем всех вообще. Да сразу одним этой всех и завалим. Какого лешего? Давай, мужики. Давай, собираемся, собираемся. Хорош. Ха-ха-ха, обалдеть! Обалдеть!
Отлично. Опыт просто летит. Так, что там? Где у вас? Ну-ка, иди сюда. Блин, вот самая имбовая магия, вот честное слово. Раз за 125 все дают. О, ладно. На халяву, как говорится, и уксус сладкий. Так. О, какой-то там недобиток. Обалдеть. Вот, вот, вот вместо мира бы вот за нас бы поиграть. Это пипец. Всех бы там раскидали нахрен. О, мы даже чуть не собрали тут еще. Мы еще химиката тут не собрали. Вот это да. Так, пусто, пусто, пусто. Ну все, получается здесь все, да? Да, окей. Но очень долго, пипец, вот это действие, вот эта лабуда. Вообще, пипец, сколько мы уже бегаем, да? От яда вот эта защита, обалдеть. Так, давай всех собираемся. Канды, манды, канды, как там вас там, гунды. Ой-ой-ой. Ой, стрелков только не надо мне тут. О. Так, давайте их сразу. Ну-ка, пошли отсюда. Обалдеть, это вообще просто, блядь, можно даже не смотреть. Просто тупо кнопку нажимаешь, бах, и никого нет. Ха-ха-ха, блин, обалдеть. Вот что значит мудрость высокая. Обалденно. Ну там, конечно, вначале еще какие-то дрищи стоят. Ладно, их тоже вроде задевают. Отлично, отлично. Вот это хорошо. Так, кто там еще? Так, теперь собирать улов, я так понимаю, да? Так. Ой. Ну-ка, вот это вот. Мы теперь за консула. Вот, мы теперь за консула, поэтому, наверное, на бафы теперь, чтобы они на всех этих распространялись, да? Вот, и... Наверное, надо бы прокачивать тоже. Так, абитурный шип. Окей. Бедняга, вот мне кажется, он просто бы спрятался за тумбочкой там. После вот увиденного, на его месте я бы просто вот зажался бы в угол туда. И не подавал бы признаков жизни. На всякий случай, пока я отсюда не уйду, блин. Пипец. По столу бы, блин. У меня мана вообще не заканчивается. Просто обалдеть. Так, все, тут никого нет. Давай тогда прокачиваемся. Да, все, вроде норм. Давай, позырим. Так, навыки, это хорошо. Наверное, можно, кстати, внимание все вкачать, я так думаю, да? Потому что, внимание, проверка у нас на бдительность... Почему внимание? На бдительность частенько была, только, наверное, вот так вот сделаем. И, кстати... Какую-нибудь одну добить, да? Бдительность. Блин, так-то бдительность тоже бы неплохо. Ладно, по старинке все прокачаем тогда по одному. Взлом и этот, чтобы все было хорошо. Так, теперь нам надо с защитой что-то решить. Блин, почему вот это качается? Бонус 2 короны при применении святых мечей. Зачем оно мне? Вообще я не понимаю. Так, подвижность 10% теперь передвигаться, стал быстрее, увеличил скорость реакции. Его передвигаться быстрее обычного. Холодное оружие. Вот это нам надо от ловкости, да? Чё он давит, получает? Модификатор ловкости и движительный наибольший из двух. Для точности попаданий. Но это не нам надо, это стражам, да? Так, ну что, наверное, тогда на хелы, по сути, нам остальное больше ничего не надо. Отражение. У нас тоже все норм. Это мы прокачали. Либо нам прокачивать броню. Вот, либо... не имеющие его признания не смогут носить прям большим таким, да? Либо вот что-нибудь типа такого, вот убеждение, бдительность, обработка ран +1.
Удары нам не особо нужны, да? Броню хотят. Броню тоже, по сути. У нас робы все. Ну, что-нибудь из этого, наверное, либо ХП. Либо ХП, либо... Ну, ХП у нас тоже полно. Давай, наверное, тогда убеждение, бдительность. Давай. Давай его прокачивать. Так, самое интересное. Чё, мы, получается, старуху кидаем. Нам надо, получается, что-то брать тогда для бафов. Потом, наверное, тогда берем вот эту лабуду, потому что это всю партию закрывает щитом силы. Или вот это вот, да? Вот, вот это вот. Спас броскам на атаку, вот эту берем. Так, окей, все, принять. Ну все, ГГ. Ну все, ГГ, парни, еще всем хана. Так, где он там? Блин, ну сейчас вот нас тупо, конечно, просто... Вот этот, победят молнии, ничего за бред, просто пипец. Изнаний зашел далеко, слишком далеко. Ждай за хищник, наживу ты заглотнул. Вот только попался сам, закинул, господи. Ловушку нет, Ханкар, ты не знаешь. Под Джек-Джектаром проходит много шахт и отводных камер. Когда-то ты гонялся по ним за мир, если я не забыл. Значит, ты и слыхал, у тебя есть база под Джек-Джектаром, чтобы загнать джедаев в ловушку. Как я и слыхал. Да, это частное убежище, полное охотников, алчущих изловить джедая, так же, как ты и я. Мы заманим джедая туда, затем подождем, пока газа одолеет его, и подготовим к доставке. Тогда я пойду с тобой на твою базу и помогу тебе с западней для джедая. В конце концов, мы в этом деле союзники, и ты не предашь меня, как предал прочих охотников. А, ну конечно, Ханкар, против этого недруга мы с тобой едины. Но у нас больше нет причин оставаться здесь. Идем на нижние этажи Джек-Джектара, джедаю до нас не добраться. Блин, было бы прикольно туда, место мира сейчас, да? Да, ну и мы посмотрим, пойдет ли джедай следом. Так, конечно, пойду. Болваны. Ой-ой-ой, что такое? Так. Здорово, здорово, собираемся. Неохота мне потом вас тут... собирать по закуткам. Этих тоже там хватит. Опыт рекой просто летит. Правда, по 100 дают за эти трещины. Ну ладно. Что там еще? Так, сумок нет. Окей. Блин, имба, магия, просто пипец это. Бах, и они... Самая фишка в том, что урона, да, мало, но они станятся потом. Это пипец. Если ты с партией играешь, а ты будешь играть с партией. Вот у них не работают спас-броски, когда они вот в этой. И там такое, такая дичь будет происходить. У нас два стража джедая, я не знаю, нам просто одного раза хватит. Коцнуть вот так, и они просто всех там вынесут. Вот, поэтому огонь. Там один что-то не при делах стоит. А мы, слушай, этого тоже, получается, завалили. Именного-то, да? Можно было тогда и назвать. А, там, наверное, назвали бы, мы зла получили бы. Имя-то, да? Наверное, в этом фишка. Да, мудрости у нас, конечно, пипец. Мудрости нам не занимать. Давай ради прикола его зарубим. Вот такой вот добрый джедай пойдет. Ты тоже хочешь? Блин, что-то не дропаться с них, ни черта. Ну а нахрен, 12.30, обалдеть. Это в прокачке в мудрость. А если в ловкость, вообще вот это вот все, вот, типа это, как, в атаку, то представляете, что тут было бы. Так, музыка тут, по кому-то играет уже, так, честно, гостиная. Окей. Ой. Кстати. А регенерация не будет перебивать яд, мне прям интересно. Смотри, немножко перебивает, да? 6? Не, что-то какая-то странная регенерация. Ладно, давай. По крайней мере, она надолго. Защита от ядов просто пипец. Так, ну погнали. Жалко, она не показывает. А, не, показывает, смотри-ка, через двери, обалдеть. Здравствуйте. Велик из свиты.
Прошу прощения, умоляю, не причиняйте нам вреда. Говнись, я тебе не враг. Где Вискис? Мы не желаем тебе больше неприятностей. В задней части салона есть проход, а там вы найдете того, кого ищете. Наш хозяин и его частный покой находится Джек-Джектаром, а он спускается туда для уединения. А, что еще мне нужно знать о частных покоях Вискиса? Ловушки, защита? Вся в ко... Ржеволосую барышню здесь не видела? Вся в коже и с претензиями. Ой, пипец. Убеждение. Что мне нужно еще знать? В его покой ведет лабиринт туннелей, старые вентиляционные пути, выходящие в доки. Они наполнены токсичным газом, смертельными для человеков, и если вы не проберетесь через них вовремя, то умрете. И даже если вы проберетесь, у меня есть целый клан телохранителей-убийцев, которые служат ему, вы должны быть осторожны. Так, убийцы здорово, они ненавидят джедаев, даже бывших, больше всего на свете. Будьте осторожны, он и его телохранители ожидают вас. Я думаю, они уже давно готовили эту западню. Рыжеволосую барышню ты здесь не видела? Вся в коже и с претензиями. Да, она приходила сюда. Она не знала обо всех ловушках, которые Вискис расставил в своих покоях, и ее застали врасплох. Иди в безопасное место, я справлюсь с вашим хозяином. О, мы не засветились? Блин, да когда мы же засветимся-то? Пипец. Кстати... Мудрость-то нам дали, мастерство света. Может быть, это оно и есть? Может быть, шишечки этой у нас тут ничего и не будет? 515 уже, обалдеть. Так, не причиняй нам вреда. Окей, окей. Так, ничего тут собрать нельзя. А, Юки-то вообще тут раздающий аппарат. Так, на, все их обижать. Раздающие аппараты эти все. Химикаты нам пригодятся. Так, я так понимаю, куда-то вот сюда, да? Ну, погнали. Меня сейчас опять тут затравят, конечно. Что поделать? Было бы здорово сейчас вместо мира бы тут подраться, но чувствую тут какой-то сюжетный поворот. Это твоя крепость, она спрятана хорошо. Да, и неприступно, если я этого не пожелаю, так что я тщательно подбираю посетителей, как и жертв. Здесь мы можем свободно разговаривать, как делали в Джек-Джектаре. Здесь мой дом, полно моих солдат, вдали от глаз Гота. Ты дозволяешь находиться при себе этому клану убийцев? Они из тех, сквозь средовые костюмы разит едва контролируемой ненавистью. От них даже сквозь. Они подчиняются моим приказам, как и ты. Они хорошо тренированы, дисциплированы и презирают джедаев. Все эти размолвки с республикой, ну, знаешь, разбомбивший их мир радиоактивный хлам, а джедаи при этом так и не... такая трагедия, и подумают о трагедиях, куется оружие и орудие. Миннага быстро говорит, ты доверяешь их ненависти, а не навыку, их нельзя контролировать, джедай их убьет. Естественно. Любопытно, ты будто бы надеешься на это, Ханкар, или я просто учуял беспокойство? В общем, ты слишком много предполагаешь. Этот клан посвятил себя отмщению всем джедаям. Их воля сосредоточена на обучении охоте на них и убийству. О, у них, наверное, этот... противодействие силе большое. Джедай их всех убьет, они думают... это думают будет быстро. Думаю, будет быстро. Эти уберезийцы ведают битвой, но не войной, как джедай. Уберезийцы ведают. Какое странное предложение. Как, чё ведают? Мы еще посмотрим. Наверное, какая-то перевод какой-то душманский. Дешманский какой-то. Так, ну пойдем же, Ханкар. У меня для тебя подарок в знак доброй воли. Так-то мы сможем отвлечься, пока дожидаемся джедая. От вашего экрана карты исходит статическое шипение. Похоже, что в туннелях создаются помехи. Ага. Мы все-таки... Нас, получается, не вырубили? Так... О, давай-ка мы вот так вот врубим сразу. Я так понимаю, мы с Мирой не будем драться, что ли, или что? Что-то я помню, Мира вроде должна драться, нет? Или мы тут еще попадем в западню? Так, ну, мины — это хорошая тема. Кстати, карты не видно, точняк. Но здесь достаточно все легко. А, еще и двери закрываются. Достаточно легко, но... надо все мины собрать.
идти в одну сторону, потом поворачивать налево и идти в другую сторону, так что я не думаю, что западня будет какая-то большая. Но мины на собрать все. Хорошо, сколько мин-то, а? Красота. У тела какого-то мужика. Тело феры какого-то. Чего? Труп феры. Так, плазменный резак, датапад феры. Возможно, это моя последняя запись. Я попробовал пробраться по вентиляции под доком. Под доком и встретился с Суин. Но карта ничего не показывает, и я не могу определить свои координаты. Двери вентиляции блокированы, в маске заканчивается воздух. А в плазменной горелке скоро закончится заряд. Если я не найду выход, то жить мне осталось недолго. Окей. Так. Надо все осмотреть. Здесь мы были, сейчас будет тупик и налево. Вот такими вот зигзагами будем ходить. И выйдем. А хорошо, мин-то тут сколько, а? Красота. Это все опыт. Блин, обожаю добычки, просто вообще пипец. Так, новая мина. Слева, я напоминаю, был коридор, мы там были. Поэтому нам вот сюда. Слева мы тоже, получается, были. Либо вот это выход. Да, похоже, это выход. Блин, надо еще побегать, мины поискать. Ну давай, вправо-то коридор. А, тут вот правый коридор еще один, последний, вот. Тут тоже мин полно. Опять... А, вот он! Это труп Суин, обалдеть. Сначала на карте помехи, затем я наборолся на осколочные. Мне ногу оторвало, ободрало к чертям. Что, кто здесь мины расставил? Фера, должно быть, подставил меня. Либо кто-то еще здесь что-то оберегает. Если бы я мог еще ходить, то собрал бы мины и использовал в качестве дорожной разметки. Но шансов уже немного. Похоже, Вога и так не получил свою пряность. Она при таких испарениях распадется на химкомпонент в течение часа. Да, тут кто-то пошел, походу, искать другого и нашли, нашли, нашли. Так. Нашли этот, само сказать. Да, не знаю, как здесь можно заблудиться, я не понимаю. Если есть... В три стороны, то есть, грубо, если есть четыре стороны выход, да, и это прямые, то есть не какие-то диагональные. Все, это вообще невозможно заблудиться. Ищешь, пока у тебя с одной стороны будет пробка, все, и идешь дальше. Блин, то есть вот такими вот полосами, вот так вот. Я не знаю, вообще какой-то пипец. Че здесь сложного, как можно заблудиться? Ладно, лабиринт круглый какой-нибудь, вот там да, жопа. А здесь, ну, такое. Вот, и, собственно, вот мы здесь уже были. Сейчас вот тут мин не будет, вот туда пойдем, и все, и выход, блин. Не знаю. Это какие-то болваны просто, болваны одни. Кстати, может быть, сейчас заставка-то будет какая-нибудь, да? Мы и за мир и будем играть, блин. Не хотелось бы, конечно, она вообще не прокачана, пипец. Зря тратить время, мы должны готовиться к джедаю. Терпение, Ханкари. Давид и Газ в туннелях позаботятся, а джедаи за нас. К тому же тот, кто не знаком с этими туннелями, не сможет найти выхода. О боже, вот это туннели. Джедай найдет свой путь, с ним бывало и худшее. Большого ты мнения о шансах джедая. Даже если он и доберется к выходу, дверь не откроется. Не та, что назад, Джек Доктар, не та, что в мою крепость. Ее придется открывать изнутри, и даже в таком случае охраняющий меня сделает то, что не смог Газ. Он, но довольно, как же я сказал, у меня для тебя подарок. Блин, у нее есть джедайский меч, какая дверь, нахрен? О, не, все-таки ведь за нее придется, видимо, драться. Блин, хреново. Надо ее сейчас переодевать. Попробуем шестым левелом сейчас отстреляться. Блин, надо было этих наделать. А, Мира, приятно видеть, что мои ловушки не изуродовали тебя шрамами.
Выходит, что твой друг джедай все-таки решил прийти сюда, разыскивая тебя. Как трогательно. Ну, Ханкар стоит уже. Не пройдет много времени, прежде чем джедай упадет в туннелях без сознания. Я зашлю туда уберзийцев на охоту. А тем временем, как босс этого сектора, я должен решать судьбы тех, кто пересекает мне дорогу, вознаграждать тех, кто мне служит. Мира, я уверен, что ты знаешь, как он и знает тебя. Ханкар, я слышал рассказы о том, как ты разрывал человеков надвое. Окажи мне услугу. Блин, он просто мощь пипец. Вот как с ним драться на 6-м левеле? Я оставил ее при оружии, я не хочу, чтобы она умерла слишком быстро. Так неохота ее прокачивать. Здесь мы вдали от глаз от остальных охотников, за головами. Теперь мой долг будет окончен. Ну все, Ханкар, я не хочу убивать тебя, но сделаю это, если не уберешься с дороги. Твои угрозы ничего для меня не значат. У тебя нет силы, чтобы убивать, маленькая девочка. Вот тут он согласен. Никто не придет спасти тебя. Твой друг джедай заперти в туннелях этого места и скоро умрет. Если хочешь спасти свою награду, тогда иди выручай своего джедая, но сначала тебе придется пройти сквозь меня. Мира временно стала вашим персонажем. Одолейте Ханкара, затем выберитесь с арены и впустите изгнанника в крепости Вискоса. Окей. Мира экипирована ракетницей, которая стреляет гранатами, дротиками и ракетами, и еще на нее не срабатывают мины. Так, ну тут мины есть, но мне кажется, ему вообще не... О, ты че, дурак, бежит уже, блин. Пипец, вот сейчас чувствую, мы тут набегаемся. Так, нам надо бы... Блин, 6-й левел, пипец, так неохота прокачивать, мне из нее джедая же будем делать. Давай, одеваем тогда все. Щит, ага, и ракетница, да, у нее сразу, окей. Так, модификатор к ловкости, да? Использование, мудрость. Стойка плюс 2, по-моему, взрывчатка добавляет урону от гранат, если мне не изменят память. Так, разумеется, попытка обезвредить мину, попытка, нужно вложить на базон, Также устройство, так, на, гранаты искать, короче. Описание гранат. Так, оружие. Так, полезная. А, я все... я, по-моему, все гранаты разобрал. А, нет. Что-то было, вот. Так. Не, нифига не зависит, да? Спасбросок, рефлексы. 4 метра жар. Блин, ну гранат у нас много. Ладно, давай тогда на врубать против милишки. Мандалорский щит. Давай его. А что, дело-то, нет? О, дело. Так, и ловкость, скрытность. Ладно, пойдет. Хотя хоть что-то бы. Так, нам надо на защиту, просто пипец. Вот, рефлексы, модификатор атаки. Подойдет. Так, взлом это нам не надо. Маска силы, харизма минус 4, отторжение силы. Нифига себе. Прикольно, но у нас тут не этот самый, а? Так, темная сторона, окей. Тогда где-то тут, вот, рефлексы, модификатор атаки. Само то, да, для нас сейчас. Окей, так. Рефлексы плюс 2, скрытность плюс 4, ловкость плюс 1. Вот. Одеваем ловкость. И получается, что у нас здесь? Дробящий, ловкость плюс 4. Обалдеть. Ну, у нас тут все хорошее. Максимальная ловкость, мудрость, ловкость плюс 1, телосложение. Навык убеждения, скрытность плюс 6. Нифига себе, мы в нем будем проходить скрытность. Так, ладно, окей, здесь пойдет. Давай, пистолеты, анаси нам нужны. Бластер Анаси правую, в левую оглушалку. Давай, вот этот вот, который там, вот этот, шансом на 6 секунд. Так, и все, пожалуй, да? Пойдет. Так, сохраняемся. Ну что, пробуем тогда, я не знаю. Какая-нибудь липкую гранату, что-нибудь есть? Сначала бы, наверное, надо бы врубить его. Так, и... вот что я не сделал. Гиперадреналиновый. Так. Я забыл, где там какой чего дает. Так, адреналиновый, ловкость и скорость передвижения, да? Телосложение, адреналивительный, ободритель, ободритель. Вот, плюс 6. Вот эта ловкость плюс 6. Так, гиперадреналиновый ободритель. Вот это вот. Он даже не попал. Фига, он не попадает, ребята.
А я мины все-то соберу. Он не попадает. Ну так все, ГГ тогда. Фига мы шестым левелом вложим. Нифига себе. А, все, извините, пожалуйста. Ну, кстати... Да, зараза. Так, ну-ка давай. О, вот это было мощно. Так, давай-ка мы попробуем какую-нибудь гранату. У нас там, по-моему, липка какая-то была или что-то такое. Во, липучая. Все. А, и я прилип. Вот это красавчик. Ну ладно, давай стрелять. Кстати, он что-то бьет вообще слабо, смотри. У нас броня, видать, большая, ловкость. Слушай, сколько у нас ловкость? Он вообще не попадает. Плюс 8, 26 ловкость. На шестом уровне, алло, прием. Можно просто стоять на месте, обалдеть. У нас броня просто жесть какая-то. Так, ну в любом случае нам надо. Давай, атакуй. Вот так вот. Вот мы теперь гранату кидаем липкую. Да, я понял. Так, все, окей. Блин. Давай, ударяй. Так, давай. Да ты почему стреляешь-то, тупица? Почему она стреляет? Я не понимаю. Все равно, зараза, попала ведь, а? Так, ладно. Ой, она как хилится-то. Да все, ему сейчас вот так запилим. Шансов в нем вообще маловато. На какой сложности играем? Что-то как-то легко, не? Сложно. Так, ладно, на обычную атаку, походу, стрелять. Давай вот так рубим. Так, у нас буст есть или нет? Я что-то не понимаю. Гиперадреналиновый усилитель или ободритель? Давай. Давай просто атаку. А че ВВ с ним могут? Блин, у нас брони просто кошмар. Защита 25. Так, я понял, извините, пожалуйста. Ух, 19 пролетело. Хорош, я думал, бот жопа полная. Офигеть. Он вообще попасть не может. Может, он подстраивался под наш уровень? Вообще пипец. Или мы... Либо, наверное, я чувствую, что у нас вот это вот зарешало. 24 ловкости. Потому что мы шмотками всю ловкость ей подняли. И у нее теперь броня просто кошмар. Мины мы все соберем. Я не буду их взрывать. Это опыт. Если только пошло... О, ты че, дурак, что ли? Сейчас довыпендриваюсь. Да давай, быстрее жри! Дура, вот дай звучу гад, блин, идиотина. Так, у нас этот закончился. А, смотри-ка, силовой щит еще есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, давай это, да используем его. Тут сейчас еще, по-моему, полезут твари всякие. У нас на это гранаты есть. Это было неожиданно. Не говори, мужик, вот так неожиданно было. Вообще жесть, я вообще не думал. Значит, джедай у меня, и теперь мне не надо платить Хэнкару за его услуги. Для тебя, думаю, у меня найдутся другие увеселения. Блин, вот этот... С этой было проблематично, да, с служанкой. А с этой, с Ханкаром вообще пипец. Я думал, все наоборот будет. Я пойду справлюсь насчет джедая. Тебя оставлю здесь наедине с оплатой, которая замышляла для Ханкара. Вам нужно найти выход с арены и способ проникнуть в крепость Вискиса, чтобы дать войти джедаю. Так, а мы можем сейчас исчезнуть? Вот, просто проверочка.
У него нет навыка, да? Я так понимаю. Потому что у нас нет этого... Али, наверное, мы в бою уже, да, мы, наверное, в бою. Дерьмо, дерьмо. Так, ну, давай попробуем, получается-то, одеваем джедайский... Ой, джедайский, господи, что говорю-то, этот... силовой щит. Ну, вот, и... ловкость плюс один, стойкость плюс два. Взрывчат. Так, а что-нибудь еще есть на ловкость? Так-то рефлексы. И безоружном бою. Вот ловкость плюс 2, кстати говоря. Давай позырим. Нам модификатор важен. Плюс 7. Если сейчас модификатор изменится, тогда оденем. Так, где там? А, подожди, это не то, не то смотрю. Вот голову, да? Так, рефлексы. Блин, подожди, а что смотрел-то? Пояс, по-моему, да? Нет, ловкость, пояс, ловкость плюс 2. А что я смотрел-то? Так, перчатка. Хрен его знает. Ну, здесь и так ловкость 2. Нет, тогда оставляем. Ладно. Давайте попробуем. Ой-ой-ой, а вы так и будете стоять там? Ой-ой-ой, хорошо-то как? Есть такая штука, что если они далеко, то могут не атаковать. Ну, хотя бы так. Так, мы можем что? Гиперадреналин, усилитель у нас что там? Урон? Я не помню. Ободритель и телосложение плюс 4. Физическая сила. Так, ну вот, укрепитель можем, да? Заюзать. Давай. И, да, и стоек никаких нет. Так, ну все, то стреляем. Так, давай, наверное, звуковой гранатой попробуем. Никого не оглушили. Ой, хорошо. Так, он, походу, проходит, да, потихоньку? Ой, хорошо, хорошо. Блин, плохо вплотную. Слушай, а давай-ка попробуем мы... У нее все равно никаких нет этой. Давай попробуем что-нибудь вплотную. Типа меча какой-нибудь, топора. 2.20, 2.24, во. И шансы... Модификатор атаки минус 5. Блин, дерьмо. Это самое главное нам. Так, давай что-нибудь 1.1.1. 1.6. Угроза, модификатор. Ну, давай что-нибудь вот так попробуем. Может быть, вплотную получше будет? Да. Да, не получше. Так. Не получше. Лучше... Просто, возможно, такая фигня, что вплотную не стоим, у нас этого навыка нет. Ну, видимо, нифига. Ну, они урона вообще какой-то мизер наносят. У нас 70, 70 очков повреждений может выдержать. И он, смотри, вообще урон наносит. Так, вот-вот-вот, началось. Слушай, они вообще не попадают. Как такое возможно? Это все ловкость. Фига предметами ловкость подняли, что они даже пробить не могут. На 6 уровне. Офигеть. Давай, ты че, куда пошла? Эти, кстати, стоят там где-то в жопе мира. Но хотя бы по 3, не все 6. И вот эти мины мы все соберем. Так. Обалденно. Так, давай попробуем вот так. Мы сейчас не в бою, да? Вот, мы не в бою. И у нас в инвиз никак не уйти вообще. Блин, что-то странно, ну ладно. Так, так, двое, двое, отлично. Все-таки потом попробуем в инвиз уйти. Мне кажется, рабочий вариант. Потому что там будет противник уже... Да куда ты, болван? Хочет мины, блин, поразбирать.
конечно, косая, пипец. Надеюсь, это все. Че, и все остальные это смотрят, главное. А может даже щит было не юзать, пипец. Че, так много опыта дают, просто кошмар. Это какой-то пипец. Дверь высокая, защита. Заперто. Так, у нас инвиз, может быть, навыков нет для инвиза. Так, граната с ядом. Наверное, можно... Блин, то не мы опыт, да, получим? А, нет, другие-то тоже получают опыт. Но не ясно. О, парализующий дротик какой-то. Но не ясно, блин, лучше, наверное, витамином. Мы в любом случае сюда зайдем. Хотя тут будут мины, по-моему, с этим. Блин, по-моему, мы сюда не зайдем. Ладно, давай, наверное, опыт тогда получим. Очень надеюсь, что можно их будет собрать. Отлично. И остальные, главное, стоят, смотрят. Пипец. Так, 771. 843 пойдет. О, какие-то эти дротики еще, блин, пипец. По-моему, здесь будет какая-то главная битва. И потом вроде как сразу загрузка. Поэтому, наверное, мины стоит собрать. Что-то здесь вот этот вот самый вот этот кальмар стоит, что-то, блин, что-то такое помню. Вот, и вроде как, может быть, я точно не помню насчет загрузки, но вроде как мы сюда зайдем, но здесь будет последняя битва или что-то типа такого. Вот, что-то в общем такое. И я просто боюсь, что эти мины просто никуда уйдут. Потом давай вот так вот сделаем. Так, окей. Все-таки мне хочется попробовать в инвиз как-то свалить. Может быть. Может быть, как-то получится. А, подожди, это что-то не то. А, здесь ключ-карта, наверное, да? А вот ключ-карта дрессировщика. Прикинь, бы не было ее, вот это была бы жопа. Вот это была бы жопа. И он на ракета, боже ты мой. Ладно, ребяшки, давайте тогда на этом заканчивать, да? И в следующей серии уже пойдем пробиваться к витамину, да? Чтобы он, открыть ему дверь. Я так понимаю, сейчас это мы откроем. И там будет целая толпа. А, все тогда, спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребяшки, и увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья, всего самого хорошего и всем пока.